кратенький рассказ про реальное развитие человека, который, в отличие от учебников Садлера, построен не на дохлых зародышах мышей, которые, как вам известно, отличаются от человеческих чрезвычайно. Ну, приведу только один момент различий. У мышиных зародышей 4 нейропора, а у человека 2. Поэтому, когда делают эксперименты какие-то на мышах, на крысах, нужно это учитывать, потому что морфогенезы совершенно разные. И поэтому я расскажу о действительно механизмах формирования ранних эмбриональных нарушений, которые начинаются, собственно говоря, почти сразу после оплодотворения. Ваши любимые картинки, которые вы смотрите с утра до ночи и на которые смотреть больше не можете, они как раз показывают уровень разрешения. Для меня это очень важно, поскольку, собственно говоря, вся цель такой прижизненной медицины, а не той, которой увлекаюсь я, то есть постсмертной, она на самом деле стоит в том, чтобы как можно детальнее и тщательнее анализировать происходящие события, чтобы не доводить ситуацию до хорошо вам известных ситуаций с музейными препаратами. Конечно, таких безобразий уже нет. Всех их профилактируют, и профилактируют очень быстро и точно, и довольно на ранних стадиях. Но внизу рядочек, как вы понимаете, мельчайших эмбрионов, которые начинают примерно с 4,5 недель, и среди них аккуратненько, почти через одного, располагаются эмбрионы с несовместимыми с жизнью патологиями. Кажется, что они почти нормальные. Это неправда, потому что на самом деле это все тяжелейшие формы патологии, несовместимые с жизнью. В данном случае это вообще эмбрионоразмерность темикопчиковой длины 3 мм, скорости после нейруляции. Внутри на самом деле у него ничего нет, кроме каши из нейробластов и мезенхимальных клеток. А этот с тяжелейшими последствиями патологии, которые видны здесь только по неидентифицируемым полушариям. Иначе говоря, гибель на самом деле зародышей реальная, в норме, огромная. Доверять ни шведским, ни норвежским, ни английским результатам исследований, мягко говоря, нельзя. Почему? Почти все, что они делали, это было событие, связанное с прерыванием беременности. То, что я буду сейчас рассказывать, это настоящая норма, полученная в том случае, когда женщины репродуктивного возраста погибали по причинам, никак не связанным ни с их болезнями, ни тем более с половой сферой. То есть это в основном судебно-медицинские случаи. Поэтому все зародыши абсолютно, как правило, нормальные. Но что оказалось? Оказалось, что при абсолютно неотягощенной ничем беременности, о которой, как правило, такие дамы не знали в большинстве случаев, патология встречается в чудовищном количестве случаев. То есть невероятно много. При этом все было в норме. Генетический контроль показал, что и здесь все в норме. То есть механизм на самом деле вот этих ранних морфогенетических патологий очень туманен. И сегодня мы попробуем чуть-чуть о них поговорить. Ну, до имплантации то, что гибнет, вам понятно. Это всем хорошо известно, почти не идентифицируется. За всю жизнь я нашел 4 случая, пересмотрев около 700 безвременно усопших. На ранний морфогенез – это морфогенез нервной системы, поэтому от нее вторичные морфогенетические индукции и события приводят к 60% гибели эмбриона. Но самое главное – есть множественность сочетанных патологий, которые никак не связаны с, собственно, генетическими изменениями, но очень плотно связаны с морфогенезом. Вот вам картинка. Это реальный человеческий эмбрион на 11-й день после того, как. Вид сбоку. Это верхняя левая картинка. И все наше будущее существо располагается вот в этой точке. Она сделана гистологией, увеличена примерно 150-180 клеток. Это то, с чего начинается человек. Это пока, к сожалению, единственный эмбрион, который удалось найти в первый день после имплантации, но уже
с развитием морфогенетических событий. При этом вот этот морфогенез останавливается независимо от генетического содержимого и превращается в элементарную анамбрионию. Вот пониже две картинки как раз показаны, когда зародыша нет, а цитотрофобласт уже сформирован, и все как бы более-менее нормально. Но ни о каком зародыше речь не идет. Отсюда есть одно большое следствие, которое уже переносит нас чуть-чуть в экспериментальную эмбриологию. То есть это ранний сортинг клеток. Дело в том, что никакой гиперспециализации клеток у человеческих и у животных зародышей не существует. Это межклеточные взаимодействия, которые до 128 клеточной стадии вообще объединены между собой специальными каналами, gap junctions. И таким образом говорить о том, что существует хоть какая-то предетерминация, довольно сложно. Знаменитый первооткрыватель инсулина положил 30 лет на то, чтобы разобраться в этих морфогенетических нарушениях, но ничего, кроме молекул клеточной адгезии, за 30 лет не открыл. Но тем не менее, кое-что нам известно. Дело в том, что на ранних стадиях развития, как у человека, так и у животных, вся эта история закручивается примерно с 16-клеточной стадии. И вот здесь, в серединке наверху, синенький кружочек, это как бы дробящаяся бласта, довольно абстрактная, ну или точная для амфибий, ну вот, в которой кружочками и полусферами показана вероятность существования клетки в той или иной части зародыша. На этой стадии можно убить 60% клеток. Это делалось. Знаменитый японец Има выжигал жидким азотом. И даже до 512-клеточной стадии, даже на нейруляции можно убивать до 60% клеток. Все это компенсируется. Это говорит о том, что жесткой детерминации нет. Более того, на рубеже тысячелетий Джекобсон и Слэк сделали знаменитую работу, введя в соседние бластомеры, то есть в соседние клеточки, которые, по идее, должны были быть детерминированы достаточно жестко, гистогенетически, маркеры, и показали, что их потомки перемешиваются. Таким образом, они опровергли детерминацию генетическую и клонированные ограничения морфогенеза зародыша. То есть у нас существуют некие необычные механизмы, которые регулируют раннее развитие, когда геном построен, его работа построена на амплифицированных генах и еще генетических каскадов, так важных для нас, для диагностики, в том числе дифференцировочных, еще не наступает. Ну и здесь я проиллюстрирую тоже, потому что редко кто из акушеров, гинекологов или вообще врачей, специалистов по развитию видел это. Это человеческая тоже полоска, имеется в виду первичная, та самая, которую рисуют в учебниках. Это вид сверху, ну и здесь, соответственно, сама первичная полоска и первичный бугорок, откуда идет миграция нейроэпителия будущего. И даже на этой стадии возникают патологии, они кончаются тем, что изображено внизу. Вот такая булава с отдельными клетками трофобласта, это на самом деле все, что при нарушении процессов, в данном случае миграции, происходит. Ну, если напомнить вам, то вот примерно как выглядит эта вся штука. Будущее желтая часть – это будущая нервная система, прикрепляющая стебелек. Значит, здесь срезан просто желчный пузырь. Это зародыши где-то 200-300 микрон размером. Поэтому манипуляции с ними крайне затруднительны, да и найти-то их проблемы. И здесь то же самое, но это чуть-чуть по продвинутой стадии. А вот теперь что происходит дальше. Реальный вид, картинка, вид сбоку. Я имею в виду верхнюю вот эту. Вот это. И вид сверху, чуть пониже. И ну, гистологический срез. Тоже человеческий зародыш на 13-й день после оплодотворения. Вверху эпибласт, гипобласт. И вот на это тоже, на этой стадии тоже происходит огромное количество непонятных по своей судьбе нарушений. То есть внизу анамбриония как раз примерно на этой стадии, что удается идентифицировать по, на самом деле, по состоянию цитотрофобласта и гипобласта, который более консервативен, чем все остальное. Особенно чудовищно и катастрофичны события, связанные с нейруляцией. Это 18-30 день развития. Здесь вы видите, насколько человеческий зародыш похож на мышиный. То есть не совсем не похож. Это реальные
отпрепарированные тщательно с помощью микроманипуляторов человеческие зародыши на 22, 23, 24 день развития. Имеется в виду самое начало нейруляции. Если вы посмотрите на серединку, то вы увидите начало самитогенеза. На нижней стадии это стадия четырех самитов, тех самых, которые хорошо известны, маркируют начало формирования первых зон смыкания нервных валиков. В середине 23 день развития вы видите пальчики нервной трубки, которые прикасаются друг к другу, но она открытая в головном регионе, он сверху, и в хвостовом. Ну и дальше чуть-чуть по продвинутой стадии 24 день, в серединке нервные валики уже сомкнулись, самиты, которые нужны для дифференцировки мезодермальных производных тел, сформировались, и начинается активный морфогенез в верхней части, когда закрывается голова будущая, и в нижней, то есть идет скольжение, смыкание нервной трубки, ну как пельменю лепят. Но вот этот процесс занимает ужасное время, 12 дней. За это время, если, например, разволновавшаяся девушка, ну там женится, не женится, бывает же такое, вот, принимает, например, 3 таблеточки тазепама при массе тела 50 килограмм, я не шучу, это приводит к тому, что происходит торможение нервной трубки, о чем мы сейчас поговорим. То есть вот эти краешки, которые изображены справа, не замыкаются или задерживаются на несколько часов. Учитывая, что здесь всего 3 дня развития человека, это может привести к жуткой катастрофе. И это страшно важный момент, потому что, формируя нервную трубку, у нас мы запускаем дифференцировку как всей мезодермы, то есть всех внутренних органов производных, так и массу других процессов, которые называются кодирование позиционной информации. По очень простой причине нужно обратить на это пристальное внимание. В чем дело-то? Простой вопрос. Кто во времени и как распределяет регионально-специфическую экспрессию генов? Учитывая, что на 1000 митозов у нас приходится от 4 до 6 ситуаций гибели клеток, это процесс болезненный, и много клеток гибнет, если мы знаем из работы моего последователя о том, что уничтожение до 60% клеток, правда, не в одним куском, а избирательно, а так, чтобы между ними было пространство, не уничтожает зародыша, возникает вопрос. Первое. Как передается информация от клетки к клетке, чтобы понять, что делать? Вот наверху картинка, в которой, значит, монослой клеточный, на которых все это происходит. Потом дальше формообразовательные события, и почему-то клетки начинают менять свою судьбу. То есть есть подозрение, что речь идет не о генетических каскадах, которые должны включаться, а все наоборот. То есть сначала появляется форма, которая во времени и пространстве каким-то загадочным образом, о котором я буду говорить, передает сигналы для запуска гистогенетических каскадов. И этот момент, когда этой информации у клеток нет, для зародыша является самым уязвимым. То есть в этот момент он может считать любую морфогенетическую информацию и поступить совершенно не так. То есть те самые аномалии или отсроченные микроизменения, которые могут привести к гибели. Ну, нам удавалось регулировать процесс, получать двууголовых зародышевых животных, что, в общем, говорит о многом. Ну, приведу только один пример, чтобы немножко ослабить ваше внимание. Вот здесь справа каудальная нейропора, кишечный канал. Между ними замечательное соединение. Пластинка, вот эта самая, которая соединяет кишечный канал и нервную систему. У животных эта штучка называется кишечно-мозговой канал, и нервная трубка аккуратно переходит в анальное отверстие. Иногда случаются несчастья, она не зарастает. Сами понимаете, что происходит. Довольно смешная и пошлая ситуация. А у человека это связано с другим. У человека, я думаю, что вы, поскольку работаете с детьми, это 1000 раз видели, так называемое монгольское пятно. Вот это монгольское пятно возникает вот на этой стадии развития, если как раз эту стадию удобрить тазепамчиком. В том смысле, что задержка
дифференциации кишечного канала от нервной трубки, как раз в зоне, это конец 29-й день развития, в зоне кишечно-мозгового канала, в данном случае у человека это просто пластинка развернутая, вот у нас канал не образуется, в отличие от животных, тех же мышей, приводит к тому, что там ловится мезенхима нейра, то есть которая располагается по краям этого самого валика, и формируется пигментное пятно. Это обычная вещь не только у потомков Чингисхана, но и вообще часто возникает не только у монголоидов, но и у европеоидов. Ничего страшного нет, это говорит, что на 29-й день произошло что-то неприятное. Как раз оба эти стадии здесь показаны. Середина нейруляции и начало нейруляции, тоже человеческий зародыш и вид сбоку. Но нейруляция, она плоха еще одним. Дело в том, что задержки, вот это сам замыкание нервных валиков, приводят к отсроченной гибели зародыша. Здесь вот внизу, на 42-й день развития, два зародыша. Нормальный, который вот здесь, и, соответственно, с срезом гистологическим. И вот такой зародыш, который похож на нормального, но ничего нормального в нем нет. Поскольку нейруляция была остановлена, и нейроэпителий для того, чтобы компенсировать, как, впрочем, и эпителий мезенхимального, то есть речь идет о саммитах, формирует вот такую штуку. Он компенсирует недостаток биомеханики напряжения тем, что просто пролиферирует по концам, и весь зародыш внутри заполнен вот такой чудесной кашкой эпителиальной. Более того, мы знаем очень много аномалии нервной системы, которая связана с небольшими, малюсенькими нарушениями вот этой самой нейруляции. Вот здесь 5,5 мм темикопчиковой длины. Две зоны нарушения по времени можно точно вычислить, чем закончится задний мозг и передний. То есть иногда бывают такие алабарные случаи, я думаю, вам известны. У 6,5-миллиметрового эмбриона, когда отсутствует промежуточный передний мозг полностью, значит, у 10,5-миллиметрового темикопчикового, это аномалии, связанные с зоной прохождения нерулиционной волны в районе крыши среднего и будущего четвертого желудочка. И поздние аномалии, которые возникают точно локальные, вот самый нижний зародыш 9 мм, это незакрытый нейропор синенький, красненький четвертый желудочек и плохо развивающееся полушарие переднего мозга. Иначе говоря, на самом деле весь этот комплекс всех этих патологических событий описывается очень простыми вещами. Тремя волнами нейруляции. У нас их три, в отличие от мышей, у которых их шесть, или крыс. Поэтому как бы эксперименты, мягко говоря, на животных абсолютно некорректны. У человека анализ – это примерно около 800 случаев патологии. Показал, что у нас вентральная нейруляционная волна – это как раз анонцефалия, голопрозенцефалия, о которых сейчас два слова скажу. Гипотиларизм в том числе. Верхняя волна, зелененькая, растральная нерулиционная волна, это дефект среднего промежуточного мозга, аплазия мозолистого тела, с которой вы сталкиваетесь кругом и рядом. А длинные события, а здесь это очень важно, когда формируется спинной мозг, это как раз событие замыкания нервных валиков в период примерно 12 дней. Поэтому именно анализ людей, у которых есть нарушения со спиной бифиды, показывает, что в той или иной форме она встречается у каждого сотого. Слабое изменение или очень мощное. Из-за чего? Потому что за 12 дней добрая мамка может наделать своим зародышем бог знает чего. Там и водки плохой выпить, и еще чего-нибудь сделать, и таблетками подлечиться. То есть, иначе говоря, чем больше длина нейруляции, тем выше вероятность возникновения вот этих вот нарушений. Они обратимы, но цепочка, которая последует за задержкой, приведет к тому, что дужки позвонков не сомкнутся, и возникнет то, что мы называем спинобифидой в той или иной форме. И заканчивается каудальной волной нейруляции. Две дырки у нас, передняя и задняя, которые необходимы для того, чтобы потом возникла уже эмбриональная полноценная нервная трубка и отсоединилась от кишечно-мозгового канала.
Ну вот приведу пример как раз эмбриональной спинобифиды. Эти зародыши самый большой 4 мм. Значит, легко понять. Норма рядом, все понятно. Небольшие задержки приводят к катастрофам. То есть от слабоизвитых таких зародышей, которые впоследствии как бы выравниваются, но обычно плоды уже не жизнеспособны. И со многими сочетанными патологиями, причем если это возникает на поздних сроках, то тазового пояса. Но в основном жизнеспособность этих зародышей определяется васкуляризацией. Поскольку пути проникновения сосудов нарушены, обычно они гибнут просто из-за того, что заканчивается запас желтка морфогенетического в клетках, и они просто начинают лизироваться. Лизос – это не самое лучшее. Но вот встречается это довольно часто. То есть я говорю примерно за все 40 лет, когда я этим занимаюсь, я встретил около 1000 патологических случаев, из них ну, процентов 20, да, это спинобифида, очень распространенная ситуация. Здесь все зародыши, естественно, человеческие, иногда с сочетанными патологиями. К этому примешиваются генетические процессы? Да, конечно. Сколько они составляют? Доказано около 10%. Но я думаю, что это заниженная цифра. Я думаю, что процентов 20, учитывая цвет трофобласт. Но, тем не менее, их участие тоже исключать нельзя. И мы должны разрабатывать технологии, которые позволяют это идентифицировать. А здесь показаны как раз случаи, которые абсолютно никакого отношения к гистогенезу как продуктам, как выработке генопродуктов не имеют, а чисто такие скрытые. Ну вот гипотиларизм, в котором как раз здесь у нас вот этот кусочек, всего лишь небольшая форма межполушарная, это можно в медицине сказать, что это аплазия терминальной полоски, на самом деле не сформированная межполушарная пластинка. Здесь в этом случае у нас с вами быстрее всего никакой не морфогенез, а амниотическая складка, которая привела к остановке полушария. Рядом норма. Ну, вот, и вот таким образом эмбрион отреагировал эту амниотическую складку. Ну а это вот такие формы бывают при механических деформациях, которые возникают у женщин, причем абсолютно по непредсказуемым ситуациям. То есть здесь особенно у женщин, обладающих избыточным весом. Ну вот, как и обещал, кусочек расскажу про механизм формирования голопрозенцефалии при нарушении движения вентральной нервационной волны, той самой короткой. Она двигается всего несколько дней, но мы с вами имеем вот такую неземную красоту. То есть здесь у нас все три формы наиболее распространенной голопрозенцефалии. Я встречал вот самой тяжелой формой голопрозенцефалии в США девочку 14 лет, которая дожила до 14 лет, на 15-м годике она скончалась, но тем не менее, она вот даже с такой ситуацией, поскольку стволовые структуры были не захвачены никак, не задействованы, она жила на стволе, то есть у нее кортикальная структура, даже внутренняя дифференцировка, о чем я скажу пару слов, была крайне замедленно, зачастую и глубоко изменена. То есть что происходит? Объясняю. Значит, у нас вентральная волна нейруляции наступает сразу после того, как на 19-24 день сформируются первые контакты с нервной трубки в районе где-то нашего, если взрослого, нашего затылка. Вот. И начинается движение трех волн нейруляции. Зелененькая вперед, растральная, синенькая каудальная формирует спиной мозг и заднюю часть продолговатого мозга. И вентральная, самая главная для нас. Она как раз формирует полушарие переднего мозга и фрагмент промежуточного мозга вплоть до будущего нейропора. Вот именно эта волна, ее задержка, это еще раз подчеркну, где-то 20-й день, это очень опасный период, можно подействовать совсем простыми способами. Я говорю, мы очень широко использовали аналоги диабазепама. Почему? Потому что почти все успокоительные, которые используются в клиниках, они такие хорошо действующие. А зачастую сердечные препараты различные, они вызывают по механизму деполимеризацию цитоскелета. Поэтому нужно очень внимательно отслеживать, какому классу соединений
относятся препараты, которые вы используете в отношении беременных женщин. Это очень опасно. На этих стадиях это просто катастрофа. Деполимеризация цитоскелета внутри формирующихся нейроэпителиальных структур необратимо разрушает морфогенез и нарушает передачу позиционного сигнала. Поэтому между вот всего за 5 дней может произойти любое из этих событий с разной степенью патологичности. То есть могут не разделиться полушария именно из-за того, что это красненькая вентральная волна и предопределяет будущее разделение терминальной пластинкой парных полушарий. Но если мы ее затормозим, а структуры, лежащие выше, и дорсальная волна, растральная волна нейруляции придет туда, вся конструкция морфогенетическая, биомеханический каркас изменится, и позиционная информация будет считана не та, которая нужна. Если потом это восстанавливается, как раз и возникают такие вещи, как довольно редкие, как голупрозенцефалия. То есть они возникают как компенсация движения задержанной нейруляционной волны в вентральной части нервной трубки. Причем это может быть на очень ранних стадиях, вот здесь внизу зародыши, один я уже говорил об одном, а второй это с голупрозенцефалией на ранней-ранней стадии, маленькая голупрозенцефалия, которая будет такая, как в серединке верхнего кадра с тремя мозгами, вид сверху. Таким образом, не только на ранних стадиях происходят вот эти патологические события, о которых я говорю. Дело в том, что на этом только все начинается. А дальше возникает огромный каскад, тут уже никто не говорит, включаются генетические процессы, и начинаются каскадные явления. Но они тоже являются системами с обратной связью. Они далеко не все замкнуты на себя. Нету там внутри, не сидит никакой гомункулюс с часами, который запускает по часам гены. Нету этого, вообще нет. Это система почти во всем эмбриогенезе, скажем так, до третьего триместра, построена на обратных связях. И тут мы вступаем в область очень неприятных вещей. Это когда наверняка вы сталкивались на УЗИ-диагностике, на томографии, как нарушается миграция нейронов в коре. Иногда она доходит и останавливается. Это не кортикальные события, связанные с поздним развитием. Это те самые эмбриональные явления, которые просто в результате длительного генетического каскада, запущенного на ранних стадиях, приводят к такой остановке. Почему? Потому что в этот момент, чтобы сформировать вот эти нейроны, которые слева здесь показаны, и нейроглию, для этого клетки должны пройти огромное количество межклеточных взаимодействий. Упомяну только об одном, но про альфа-фетопротеин вы все знаете, который, кстати говоря, был открыт в нашем институте, где я работаю. Так вот, чтобы запускать такие вещи, там с альфа-фетопротеином очень все просто. Там у вас две клетки сидят, даже в культуре ткани. Если одна не распластается по другой, не натянется, он не экспрессируется. Известные работы 20 лет назад было сделано. То есть, таким образом, сигнал информационный может проходить не только по эпителиям, но и на основании межклеточных взаимодействий. А где они происходят? Вот здесь они и происходят. Они как раз происходят в момент формирования, в данном случае это корковая пластинка 16-недельного фрагмента скан, 16-недельного плода, у которого на самом деле клетки одни ползут, вот они ползущие, а другие пролиферируют, но они не просто ползут к местам своей дифференцировки. Это события, которые связаны с запусканием другого морфогенетического сигнала. И именно поэтому у человека в эмбриогенезе сначала формируются внутренние слои, которые находятся внутри, в нижней части будущей коры, то, что мы и видим. Сейчас, секунду, здесь. Он не соответствует прямому направлению. Вот эти вот слои. А только потом клетки, через них проползая, вступая в морфогенетические взаимодействия, дифференцируются в нейроны верхних слоев. Отсюда все эти фокусы. Поэтому, когда вы видите остановку движения нейронов при миграции, это как раз отсроченные действия ранних нарушений морфогенеза. И здесь много событий неприятных включается, потому что у нас есть тангенциальная миграция, связанная с тем, что клетки
При пролиферации они втягивают свой отросток, делятся, телофаза проходит, например, у мозга прижелудочком, а потом обратно возвращают. Для каждого цикла ядро должно сползать вниз и вверх. Это опять цитоскелет, это опять зависимость от любых успокоительных, связанной с дифференцировкой цитоскелета. То есть это миграция, тангенциальная, радиальная миграция и выход в дифференцировку, когда пролиферативный пул, то есть 50-клеточная пролиферация заканчивается. То есть мозг, на самом деле, человеческого плода примерно до начала второго триместра он просто кипит из-за того, что клетки двигаются с дикой скоростью на огромных морфогенетических циклах. Как же это все объясняется? Ну, самое популярное – это гомеобоксные гены, за которые в 1995 году была получена Нобелевская премия. Действительно, все кажется хорошо. Гомеобоксные гены появляются, они связаны, как любят писать на Западе, они связаны с морфогенезом. Открыли их на сегодняшний день больше 400 штук, и было показано, что если они экспрессируются, то, мол, где появляются 4 крылышка, различные патологии у человека. Но впоследствии, поскольку Нобелевскую премию получили быстро, имейте это в виду, их надо быстро получать, чтобы не успел никто разобраться, вот, в чем дело. А потом оказалось, что это как бы все фикция от начала и до конца. Из 400 гомеобоксных генов кодирующих оказалось всего 8. Это курам насмех. Кодирующих хоть что-то. Ни один гомеобоксный ген не на самом деле никакого участия в прямом морфогенезе практически не имеет. Ну, приведу пример, чтобы не быть голословным. Вот с правой стороны рисунок. Эта работа была выполнена Сакай в скорости после вручения Нобелевской премии, в которой он показал, что у мышки действительно гомеобоксные гены начинают экспрессироваться в том самом заднем нейропоре хвостовом на 8-й день развития. Это правда. Но к этому моменту уже все ромбомеры мозга и сометомеры все есть на месте. И к моменту, когда инфекционная экспрессия вдоль нервной трубки доходит до головы, эти все ромбомеры, возникшие без всякого участия гомеобоксных генов, исчезают. А вот гомеобоксные гены выстраиваются в соответствии с этими исчезнувшими границами. То есть он показал, что это позорище полнейшее. Более того, выяснилось, что они являются последствиями морфогенетической работы ряда промоторов, которые запускают реальные гены, связанные с изменением, например, формы клеток. То есть эта вся модель полностью провалилась, и, к сожалению, до сих пор от нее отголоски есть. И в современных учебниках уже, вот я в прошлом году смотрел, американские, такой для эмбриологов практически, они просто пишут, что все, конечно, хорошо, но ничего до начала длинных генетических каскадов неизвестно. Есть еще масса всяких моделей. Ну, самый известный позор, я вам сейчас скажу, чтобы вы внимательно относились к чтению западной литературы, я имею в виду митохондриальный ДНК. До недавнешнего времени это считалось прекрасным инструментом, начиная с классификации популяции мышей где-нибудь в природе и кончая анализом болезней или антропологическим происхождением человека. Но все было неплохо, пока 10 лет назад группа исследователей не стала смотреть реальные гомеобоксные гены, не то, что обычно используется в диагностике, что там используется. Там 24 в среднем гена, которые смотрят по аномалиям, то есть нарушениям, и говорят, совпадают печки, не совпадают. Это, конечно, пещерный подход, а когда стали действительно проводить полный анализ, выяснилось, что у человека в разных органах тела митохондриальные геномы разные. Огромная неприятность. То есть получается так, что у нас печень вроде принадлежит слону, а мозги – корове. Сходство, по сходству генов митохондриальных. Дело оказалось еще хуже. 3 года назад в Nature была знаменитая статья, в которой ловкий молекулярный биолог засунул микроманипулятор вовнутрь клетки, ну, поскольку я нервной системой в основном занимаюсь, и извлек из одного нейрона в одном случае 12 вариантов генома митохондриальной, а в другом около 60.
вариантов из одной клетки. То есть можно вполне объединить в эволюционном плане и кроликов, и морковку. Они явно произошли друг от друга. То есть таким образом постепенно митохондриальные исследования их просто перестали принимать статьи, впрочем, как и про стволовые клетки. Но это отдельный разговор. Так вот, что же происходит? Вот здесь в данном случае экспериментальная модель. Для, на что рассчитана? На то, чтобы посмотреть, а как все-таки эта информация передается. Сверху крыски с мышками на поздних стадиях, а не на ранних, а внизу люди, значит, соответственно, со схожими вещами. Сходств здесь много, объяснять, по-моему, ничего не надо. Ну вот, а для того, чтобы померить ионный состав внутри отдельных клеток, тут уже мышек недостаточно, тут нужны модели попроще и клетки покрупнее. Но вот у амфибий некоторые клетки доходят на интересующих нас стадиях развития до 300 микрон. Понимаете, 300 микрон – это уже хороший размер сперматозоид, который вы можете бить совком, когда он плывет на ваших глазах. Это уже такой нормальный объект, намного удобнее, чем у человека. Что, собственно говоря, было сделано, и, как вы видите, по верхнему ряду зародышей получены все варианты человеческих патологий, включая чистую анонцефалию, здесь гистология внутри, где проведено 3D-анализ нарушений, желтенькие нормы, остальное – это патология. То есть то же самое, что мы имеем и у человека. Так вот, эти исследования для чего делались? Это не для того, чтобы просто получить очередной грант и выпендриться. Нет. Они делались для того, чтобы понять, а что там происходит в этих самых мембранах, когда происходит кодирование позиционной информации при молчащих или амплифицированных генах. А как информация передается? Кто там сидит? В каждой клетке из 50 тысяч человек сидит некий компьютер внутри клетки или 50 тысяч телефонов, по которым они нежно общаются между собой. Ты помер? Да, помер. Ну все, значит, замещаем. А другой не помер. Ты куда? Ты иди, чего делать будешь? Вы будешь из колбовидной превращаться в раперовидную клетку или придется мигрировать. Кто это говорит? При одинаковости генома и однородности органов, в котором это все происходит, оказалось все довольно примитивно. Намного пошлее, чем кажется на первый взгляд. Никакой там зауми нет. На самом деле, если биомеханика, которая поддерживает форму зародыша, нарушается, нарушается и позиционный сигнал. Построен он очень просто. Под мембраной каждой клетки находится цитоскелет специфический, который подпирает механозависимые ионные каналы. Это показано и молекулярными способами, и генетическими, и использованием зондов, и антител всем на свете. Поэтому здесь как бы суммационная схемка. Ну и если вы действуете на этого зародыша любым способом, который изменяет биомеханическое позиционирование клеток, неважно, что это тазепам или просто амниотическая складка, все равно, дело заканчивается трагически. Если воздействие короткое, ну, кто-то ударил женщину по животу ногой, нехорошо, но бывает, значит, это ничем плохим не кончится. Но вот если нажмут и будут держать, и будут держать больше 7,5 минут, произойдет вот та самая катастрофа, о которой я говорил выше. То есть что происходит? Мы создали специальные приборы, это рентгеновские микроспектроанализаторы, довольно они огромные, вот здесь два человека может рядом встать с приборчиком. Но смысл их только в одном – как определить на поверхности и внутри клетки ионный состав у живого зародыша. Это очень важно, потому что все эти моделирования на переживающих срезах выеденного яйца не стоят. Что же оказалось? Оказалось, что вот, например, в данном случае модель – это хенобиус, у которого механозависимыми оказались хлорные каналы. Вот достаточно так потянуть зародыша, просто потянуть, обратимо взять иголочки, воткнуть, потянуть, потом свести и вытащить. 7 минут. Через 7 минут сигнал считывается, и морфогенез радикально изменяется. То есть к чему это приводит? Это приводит, ну, например, если умело это сделать, можно получить вот такого анонцефала. Или спину бифиду вам уже хорошо знакомо. То есть вот этот период, почему я так говорю, крайне неустойчивый морфогенеза, когда зародыша нет еще генетического каскада, гарантирующего его выживание,
он очень уязвим и для препаратов, и для механики. Но сигнал оказался энергозависимым, он считывается не меньше, чем через 7,5-10 минут. А если вот в данном случае использована тварь, биологический объект, который просто выдерживает охлаждение до плюс 0,2 градусов, когда биохимические процессы замедлены. Да, понятно, зачем. Посмотреть, это энергетически зависимое событие или это что-то другое. Оказалось, да, это энергозависимый процесс, на который тратится энергия клеток. Если это сделать на температуре близкой к нулю, все будет нормально, он вообще ничего не заметит. То есть, иначе говоря, существуют довольно сложные механизмы считывания позиционных сигналов, которые построены на проницаемости механозависимых ионных каналов на ранних стадиях развития. Причем они не все время открыты, они не готовы непрерывно к тому, чтобы сработать. Ничего подобного. Там есть период чувствительности, значит, как происходит? Морфогенез, то есть форма образования, повышается чувствительность, срабатывают ионные каналы, проникает там тот или иной или ион, или группа ионов. Дальше канал закрывается, вторичные мессенджеры запускают целый каскад генетический, клетка меняет свою форму, как здесь показано. И когда информация исчерпана, получена, цикл повторяется. К этому моменту уже возникает иная морфогенетическая ситуация, вновь перезарядка и так далее. Но эти процессы, как вы понимаете, они не вечны. Они касаются в основном ранних периодов развития зародыша и поздних, но ранних для самих органов, процессов органогенеза. То есть, иначе говоря, биомеханика нейроэпителиальных взаимодействий определяет форму. Иначе зачем она нужна? Как бы хорошо нам развиваться в виде вареной колбасы, а потом из которой бы высунулись ручки, ножки и голова. Но этого не происходит. Форма нужна не для того, чтобы наследовать наши свойства от рыб и птиц. Нет. Морфогенез именно потому и похож у животных и у человека, потому что это механизм запуска на ранних стадиях развития региональной дифференцировки и запуска генетических каскадов. И вот этот цикл продолжается, с каждым циклом он становится все меньше, и в конце концов выключаются морфогенетические взаимодействия, когда зародыш достаточно сформирован, это примерно 8-я неделя. И здесь уже события другого сорта. Ну, достаточно вспомнить пальцевую пластинку, где пальчики вдруг начинают дифференцироваться. Много всяких других приятных вещей. Но это уже морфогенетические циклы, замененные на программы генетических каскадов, которые, собственно говоря, лучше всего и изучены. Поэтому, значит, уважаемые слушатели, надо помнить, что у нас двойной механизм кодирования позиционных сигналов. Два слова об этом скажу. На самом деле в фундаменте этого всего лежит знаменитая модель Тьюринга, работа активатора-ингибитора, но только у человеческого зародыша активатором на ранних стадиях развития является форма образования, которая во времени и в пространстве распределяет геном, а геном является ингибитором, тормозом, все наоборот. А на поздних стадиях морфогенетические каскады выключаются, но они задают тот тренд, который реализуется потом генетическими каскадами, уже чисто с автогенетическим контролем. Ну и, как всегда, я люблю в конце доклада рассказать что-нибудь сладенькое, интересное. Вот. И дело в том, что вы все страдаете страшно относительно того, что УЗИ плохо разрешает, именно поэтому с ее картинки начал. Там томография тоже никудышняя. А вот посмотрите, современная томография, которой мы занимаемся, в том числе для исследований. Слева срез, окрашенный по малори, а справа рентгеновская картинка. Я думаю, что кому-то понравится. Нейроны, как видите, видны. Это тот же самый уровень. Сначала сделана томография, потом сделана гистология. Отдельные нейроны, отдельные пучки волокон, мельчайшие сосуды очень хорошо видны. То есть мы сейчас приближаемся к созданию таких устройств и с достаточно низкой рентгеновской нагрузкой, чтобы это было доступно, в том числе и в медицине. Более того, нельзя же без искусственного маразма, интеллекта.
обойтись. По этой причине мы используем в том числе и такие подходы. На самом деле это просто алгебраическое вычисление по плотностям, ничего здесь, никакого интеллекта нет. Ну, инженерам нравится просто это называть интеллектом, у них все время с этим проблемы. Поэтому мы согласны на их терминологию. Вот здесь как раз красненькое это сделано компьютером, то есть это нейросеть сложная, достаточно мощная, а желтенькое это сделано ручками человека. То есть таким образом мы пытаемся не только визуализировать отдельные клетки, как вы видите здесь, мелкие нейроны, это не человеческие, сразу скажу, нейроны человеческие были бы намного крупнее. Ну, вот это порядок 2-3 микрона, ну и создать систему анализа. Ну и на сладкое предел сегодняшнего разрешения рентгеновских томографов, то есть без нарушения целостности образца, превысил светооптические достижения 0,65 микрона. И здесь я специально для вас, поскольку среди вас самые разные специалисты, поставил картинку с фрагментом кости. Здесь видно, внутри видно то, что не видно никакими другими способами. Тот субстрат белково-липидный, по которому ползают остеокласты, остеобласты и остеоциты, когда пытаются регенерировать или разбирать кость. То есть эту картинку еще никто нигде не видел, но здесь понятно становится, почему они так свободно гуляют внутри кости и что это за субстрат, который ни в гистологии, ни в электронной микроскопии до сих пор не найден. Ну, найден, надеюсь, мы его опишем. Значит, кому интересно, значит, у меня есть книжки «Стадии эмбрионального развития мозга», «Эмбриональная патология нервной системы» и «Атлас мозга человека». «Атлас мозга человека» не в том смысле, что взрослого, там и взрослые есть, но там развитие, краткие выжимки из стадии эмбрионального развития, периодизация всего эмбриогенеза с картинками, и включая все стадии до рождения, но по мозгу, в том числе, которые могут пригодиться для идентификации возраста и сроков. На этом до свидания, спасибо за внимание. Морфологии человека имени академика Авцина. Да, теперь уже, да. И это руководитель лаборатории развития нервной системы. Спасибо за интересный доклад. Это действительно фундамент нашей науки. Я доктор Сетов, практика пренатальной диагностики. Поэтому то, что вы докладывали, это действительно фундамент. Но, знаете, на практике вот все то, что было интересно, красиво, вливается по нашему, в один закон, то, что мы именно читали, мы знаем. Все или ничего, первые две недели после, значит, или вливает, как называют, тяжелые пороки, или ничего не вызывает. Можно ли на этом основываться, как вы к этому относитесь? Очень хорошо отношусь, потому что дело в том, что задача, я считаю, фундаментальщика, в том числе и моя, состоит в том, чтобы найти, когда, где проходит граница «все или ничего». То есть какие из этих патологий, которые я рассказывал, которые, как правило, несовместимы с жизнью, они найдены, еще раз повторю, абсолютно здоровых женщин, которые в 9 случаях из 10 даже не знали, что они беременны, и это все произошло по судебным ситуациям. Проблема заключается в том, что мы не знаем, где границы, что компенсируется, что нет. Вы совершенно правы. Мы не можем найти границы. Вот этот зародыш, скажем так, он жизнеспособен и будет нормальным, а этот нет. Так что иногда, как вы говорите правильно, есть, кажется, страшные изменения, которые могут оказаться, в общем-то, почти нормой, и никто ничего не заметит. Был у меня еще один случай, расскажу, раз уж речь о таких вещах, что это к вопросу о для любителей психологии и прочих всяких псевдонаучных увлечений. Дело-то в том, что в левом полушарии, как многие уверены, значит, есть речевые зоны, которые, мол, для них очень важны. Да, они там есть, но это не речевые зоны, это зона управления глоткой и гортанью. Так вот, дважды в моей жизни были случаи, когда человек доживал до окончания института, потом случайно попадал в аварию, и меня вызывали проанализировать момент причин возникновения. У него не было лобной доли,
с левой стороны, у них у обоих, никто ничего не заметил. До тех пор, пока человек случайно не попал в аварию. То есть это к вашему вопросу. Говорит о границе. Если вы смотрите на УЗИ, там у шестимесячного плода нету лобной доли, ну что вы будете делать? Я думаю, что большинство по-римски скажет. А эти люди, вот два случая у меня за всю жизнь, я не говорю, что их много, но два случая в моей жизни таких было. И эти патологии, я их специально очень тщательно исследовал. К сожалению, у меня не было трупов, они до сих пор все живут. Ну вот. И они абсолютно нормальные люди. Они нельзя придраться ни к чему, ни к речи. Они учили в школе. Ну да, не было еще УЗИ-диагностики, томографии такого разрешения хорошего. Но и не иметь лобной доли с левой стороны и с этим жить нормально, это к вопросу о критерии. Вопрос очень существенный. И на него так однозначно и ответить не могу. Слишком сложно. Работать надо, короче говоря. Давайте еще тогда вопрос. Если не мешали, потому что это, да. Я так понял, что фактически на сегодня, наверное, нереально на основе фундаментальных исследований расширить список средств, которые могут повлиять отрицательно. Но я имею в виду, что можно. И так далее. Но они были выявлены со временем, после рождения, потом, когда ребенок уже вызвал. Можно. Ваши исследования можно ли это? Можно и нужно. Но я боюсь, что как мы только фармфирму объявим, препараты, которые нужно бы женщинам не давать, мы проживем столько, сколько до нас доедет киллер. Вы же понимаете. Ну вот, здесь такое дело-то очень серьезное, потому что препараты-то очень эффективные. Они действительно действуют. Но у нас же есть и сердечные препараты, такие как Нарваск, отлично действуют. Но последствия-то какие? Что происходит потом? Потому что прекрасный препарат, но 6 лет приема, аневризм. Ну, не очень хороший. Так точно и в вашем деле. Поэтому, да, можно дать рекомендации, потому что, конечно, список вызывающих аномалии развития вот такой толщины на папиросной бумаге, но речь не об этом идет. Речь идет о дозе. Это очень важный момент. Я встречал аномалии, например, в зонах, где гигантское количество кислорода, гипероксигенация, и там аномалии развития. И там, где его недостаток в горных районах. То есть это надо исследовать границы и определять эти границы как по патологиям, так и по механизмам воздействия. Вопрос дозы, как всегда. Ну, все. Да, еще вопросы. Можно? Да. Сергей Вячеславович, у меня вопрос, как вы не очень профессиональны. Расскажите, надо как память тренировать. Что-что? Память тренировать. Да, и что кушать, чтобы думать? Чтоб кушать, значит... Дело в том, что... Ладно, я за 5 минут уложусь. Я не нарушу графика. Я не нарушу графика. Ладно, хорошо. Значит, первое, что надо кушать. Ну, во-первых, надо обратиться к нам, как к потомкам обезьян. Я здесь в коридоре говорил, что, слушайте, у нас хвост длиной в треть тела на 7-й неделе развития. Нехорошо это. Ну, вот, конечно, плохие доказательства. Очень ясные. Но хвост очень полезное дело, особенно в вашем институте. Потому что именно из хвоста человеческого на 8-й, 9-й неделе развития происходят приятные вещи. Клетки, особенно используемые в позвоночнике, то есть в его закладке, приходят в тазовый пояс, тогда он становится большим и могучим. Кисарить не надо. Поэтому для женщин наличие хвоста в эмбриональном развитии – это потенциал для формирования органов малого таза, причем костных его элементов. К сожалению, из-за того, что у нас такая плохая наследственность обезьяне, у нас с едой проблемы. Значит, что первое убийственное? У нас нету ряда ферментов, которые расщепляют пищу. Это трагедия. Просто наши эти предки, которые с хвостом, они жили в тех местах, где, например, много было фруктов. И поэтому у нас организм не производит папаин. Это трагедия. Ну, папайю все видели. Вот,
такая бывает. Вот такую не надо. Вот такую желательно. Вот там 100 грамм папайи перед едой, и у вас метаболизм изменится радикально, потому что папаин расщепляет ряд соединений, которые содержат лимитирующие аминокислоты. Значит, первое. Нужно добавить фермент. Не ешьте только таблетки. Лечить язву намного хуже, чем папайю дорогую покупать. Вот, значит, папаин нужно. Нужно первое, чтобы усваивалось. Второе. Пища должна быть максимально разнообразной. У нас из-за того, что наши предки встали на две ноги и стали людьми, собственно говоря, они жили. Почему встали на две ноги? Они искали пищу в полуводной местности. И в пище наших далеких предков, эта история 4,5 миллиона лет назад началась, огромное количество водных беспозвоночных. В них те самые лимитирующие аминокислоты, особенно которые у женщин при беременности, из-за них выпадают зубы, начинается остеопороз и всякая ерунда. Почему? Потому что не хватает лимитирующих аминокислот и некоторых еще соединений, там это отдельная сложная вещь. Они находятся в морских и пресноводных беспозвоночных. У нас их в пище почти нет. Кто трубачиков ел последние полгода? Поднимите руку. О, один человек трубачиков ел. И это врачи, позор джунглям. Значит, а в трубачиках как раз содержится, я не шучу, это серьезные проблемы. Вы не представляете, сколько мне приходится таких проблем решать. Человек приходит с какими-то неврологическими проблемами, а потом выясняется, он питается в Макдональдсе, ест сосиски и картошку. Нет, я все понимаю, бывает такая ситуация, что ничего. Но если есть хоть какая-то возможность, этого надо избегать. То есть, отвечаю на ваш вопрос, предельное разнообразие пищи. Причем вот кто чего ненавидит, тот долг надо есть. Вот то, что больше всего не нравится, вот это вот и есть. Вот. Почему? Потому что вы канализируете свою пищу. У нас есть проблема историческая. Люди, живущие на определенной территории, имеют определенный тип питания. А в нашем институте на протяжении 30 лет занимались географической патологией. Это все, поэтому я об этом много чего знаю. И эта географическая патология связана с типом питания. Не только с микроэлементами, с недостатком того, сего или избытком, но и с типом питания, потому что даже ферментативный аппарат за 6, 7, 8 поколений радикально меняется. И нужно компенсировать. Помните, что мы вышли из тепловодных джунглей, где было жвачно, тепло, сыро, болотисто. И в нашу пищу входили огромное количество животных, которых мы не едим. Это не коровы, не свиньи, не куры, а это морские или пресноводные беспозвоночные различные. Ну, про устрицы я не говорю, это опасно, у вас будет переработка тогда. Ну, вот. А про таких, как вот там всякие кальмары и прочее, прочее. То есть подбирайте максимально разнообразные пищи и не забывайте про ферменты, иначе вы съедите черные икры, а там выйдет не там, не попадет в организм, потому что без ряда ферментов она просто не усваивается. Вот такой ответ. Разнообразие пищи и небольшое количество. Есть надо столько, сколько вы можете удержать в ладошке. Вы знаете, я однажды посоветовал одной даме весомых достоинств. Она мне сказала, я ем, сколько удерживаю в ладошке. Как вы сказали, 7 раз. Нет, конечно, в ладошке, там 3-4 раза ей захотелось. Больше не надо, просто иначе желудок начинает с вами делать всякие фокусы. Особенно у женщин, учитывая дискинезию желчных протоков, которая возникает чуть не при рождении. Это опасно. Вот. И вопросы еще есть? А, про память. Память для того, чтобы память хорошо работала. Память у нас построена очень просто. Ничего там хитрого нет. Вся наша долговременная память – это связь между нейронами. У нас с вами в голове в среднем 11-13 миллиардов нейронов коры, в которые вы все и запоминаете. Ну, не считая там некоторые особые области. Из этих 13-14 миллиардов нейронов, у каждого нейрона обладает 100 тысячами связей в среднем, от 100 тысяч до миллиона. Значит, память – это что? Это формирование нейральных связей между нейронами. У нас вся память динамическая.
Если вы любимого супруга придавите подушкой на 6 минут, он начнет все забывать. Ну, кислородное голодание, запас энергетический кислород на 6 минут. Поэтому человек, если выключается, падает в коматозное состояние на 10 минут, он уже много чего не помнит. То есть вся память, пока двигается сигнал, переключается, он может внутри одной клетки бегать, по ее дендриту, по дендриту на тело, по дендриту от тела. Там хранится эта информация. Чтобы она была, хорошо работала, нагружать уже готовые связи невозможно. Поэтому наш организм в процессе эволюции выработал такой фокус. Каждый день у нас каждый из там, 13 миллиардов нейронов образует примерно 3-4 связи новых. Чтобы вы новенькое что-нибудь запомнили. Ну, иначе вы будете все время по-старенькому ходить. То есть для нового. И 3-4 разрывает. Вопрос. Какие рвет, какие образует. Значит, если вы что-то повторяете по много раз, он их запоминает хорошо. То есть чем больше повторений, мать учения, чистая правда. Но при этом вы будете за это все равно платить. Нейроны не могут поддерживать гигантское количество связей, поэтому они 3-4 разрывают. Тоже ежедневно. Поэтому у вас образы меняются. Воспоминайте детство, как там было хорошо все. И это замечательно, и это замечательно. Почему? Потому что у вас мозг каждый день переделывает детские воспоминания под то, чтобы вам нравилось. Так молодые люди. Там ушел в армию, такой красавец, симпатичный. Все, возвратился, как мерзавец, тупой совсем. В чем дело? Ни в чем. Это в вашей голове, а не в мальчике. Потому что он, на самом деле, мозг, я имею в виду, переделывает под вас. Память вся динамическая. У нас не на пленку записано. А для того, чтобы она хорошо сохранялась, надо заставлять мозги работать. Почему? Потому что у нас кровоснабжение нервной системы, я не об этом ничем не говорю, потому что значит, мне надо было 10 часов рассказывать. Каждый участок мозга кровоснабжается 5 капиллярами. В норме и у нас, у детей, работает один. Это что значит? Это значит, у него дырка такая, что через нее проходят эритроциты. Не просто плазма крови, эритроциты. А если вы, не дай бог, начинаете о чем-то думать, то все 5 в этой области начинают активно пропускать через себя эритроциты, нейроны начинают кормиться хорошо. И энергетические расходы в этом месте могут повыситься в 5 раз. В 5. Весь мозг задействовать невозможно, потому что 1,5 килограмма в 5 раз повысить энергетические расходы, вы умрете от истощения через 6 часов. Но это невозможно. Поэтому приспособилась эволюция так, что только в той области, которая вам нужна, и увеличивается кровоток. Но в целом все равно на мозг это влияет здорово. В 2,5 раза увеличиваются энергетические затраты, когда вы начинаете по-настоящему думать. Так что скрипеть мозгами, что снаружи слышно вот в этот момент, у вас расходы энергии увеличиваются в 2,5 раза. То есть мозг и так ест у нас от организма около 10% всей энергии и 30% всего, что мы вдохнули. А если вы начинаете думать, он начинает есть 25% и почти 40% от дыхания. Кому такая штука нужна? Никому, конечно. Все стараются им и не пользоваться. Слишком большие расходы. А не пользоваться, вы получаете райское наслаждение. Снижение энергетических расходов мозга на 1% позволяет выработать вам прекрасные вещества. Внутри мозга образуются эндогенные хорошие вещи, каннабиоиды. Кто откажется? Конечно, никто. Ну, вот. А у детей еще, это особенно опасно, кстати говоря, еще и опиоиды до полового созревания. Поэтому вспоминаете детство с таким умилением. Ну, конечно, под кокаином и каннабиоидами вам было хорошо, кто же спорит. Но так мы устроены. Я тут ни при чем. Спасибо.